Всем доброе утро. Я сегодня на телефоне, потому что забыла поставить на зарядку камеру. А брать смысла нет, потому что там 7%. Я только начну, и она буквально на первом же кусочке, наверное, сядет. Я говорила, что время пролетит. Офигеть, как быстро. Офигеть, как быстро. У нас осталось, получается, сегодня четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. 5 дней до экзамена, до первого. Он будет в среду. У нас первый будет Ильки. Вот. Это немножко хорошо. Знаете, перед ЦИИ встрепенуться и перед аудированием. Угу. Будет просто шикарно. Ой, сегодня выйду пораньше, чтобы в холле повторить слова за 11 главу. Несмотря на то, что мы сегодня начинаем 12-ю, что-то как-то руки трусятся. Ибо сегодня будет аж 3 грамматики. Это много, если я правильно посмотрела. Я не скажу, что я выспалась, я какого-то фига легла сегодня в час. Я не знаю, как это работает. Мне не надо было в универ... Ну как, не надо было, конечно. По моему плану, не надо было в универ. Я ложилась вовремя. Там в 12, 12.05, что-то такое. Даже в 11 я ложилась, плюс-минус. А тут надо вставать рано, и Ангелина Шо не может уснуть. Я не знаю, как это работает, серьезно. Вообще без понятия. На улице у нас сейчас 13 градусов, поэтому я пойду в кофте. А под кофту еще и майку напялю. Хотя обратно будет нормально все по погоде. Все равно пойду тепло. Пусть мне будет жарко на обратном пути. Сколько там будет? Наверное, 20? Ничего, дойду. Главное, чтобы меня не продуло. Вот что самое плохое будет. И так фигово все с горлом. Ладненько. Увидимся в универе, если я что-то буду снимать там. Вообще видео будут сейчас короткие. Специально буду делать короткие, чтобы много не отвлекаться на монтаж. Монтаж. А с собой взяла маленькую упаковочку орехов и вареное яйцо. Все. Как я не люблю вот это вот чувство, когда ты закашливаешься, как дурак, и не можешь остановиться. А! Прям бесит. У меня это только что произошло. И это было прям на пешеходном переходе. А, почему? Блин, что за неловкость? Это ж просто кашель. Я там стояла как помидор. А еще прикол такой был. Я подходила к магазину большому, и получается, мне нужно было повернуть направо, а там стояла машина. Правее впереди идет аллейка. То есть логично, что кто-то по этой аллейке ходит. И я, собственно, уже подхожу к машине, хочу повернуть направо, и с правой стороны от меня из-за машины выходит парень. Вот так вот. Со стаканчиком в руке. Вот так. Да что ж такое-то? Я понимаю, что он просто хотел посмотреть, нет ли там машин. А получилось так, что нам не хватило буквально метра, чтобы мы просто вот так вот бум. У меня бы было впервые такое. Я еще никогда с людьми не сталкивалась. Ой! Там что-то едет. Так прикольно снимать, потому что меня не видно. Я аж по уровню забора. Зато вам видно. Фух. Ладненько. Ой, мусор. Надо будет теперь с собой брать воду в термос, потому что я обычно хожу с пустым и набираю уже водичку в универе. Сейчас немного буду брать с собой, чтобы вот так больше не закашливаться. При том, что я старалась не кашлять, просто я хотела покашлять, и из-за этого я была как помидор. Вот и я.
сейчас прочитала комментарии, немножко улыбнулась. Давайте на большой перемене. Если я пойду в холл, я отвечу в видео на них. Нас деревушки обстреляют. Всё, я в универе. Блин. Как жалко. Они, видимо, форму подправили, чтобы красиво потом дальше было. Ёжок, много на самом деле, офигеть. По поводу вопросиков. Сейчас, пока я не ушла в класс, отвечу на которые запомнила. Но их немного. А по поводу круглосуток, да, я понимаю, что намного дороже из-за того, что они 24 часа. Но просто если сравнивать круглосутки, в которых я была вот в понедельник, и нашу напротив универа, на территории, вот буквально на которую я сейчас смотрю, там всегда почему-то реально много скидок. То есть за этот же коктейль протеиновый я заплатила бы 1200. Хотя везде они сейчас по 1400. Надо попить. Иначе я сейчас опять буду хрипеть. Второй комментариюшка. Не, пауки так обычно не свисают. Это был, наверное, раз второй, когда я вот так вот паука увидела, болтающегося на своей прекрасной паутинке. А так обычно в сентябре я офигевала от размера пауков. Они, конечно, не такие огромные, но вот таких пауков я еще не встречала в своей жизни вживую. Достаточно таких крупных, не дохляки, а именно прям лапки видно, что это прям паук такой, нажравшийся чем-то, мухами, не знаю. И они обычно были между кустом и шапочкой дерева. Блин, я так, это просто трудно объяснить, очень трудно. Там настолько здоровая паутина, ее видно только под определенным углом, она огроменная, и когда на ней сидит вот это вот нечто, такое ощущение, что он зависает в воздухе. Вот таких я видела в сентябре, в начале октября, в конце августа. Вот они, наверное, так и будут появляться сейчас скоро. Угу. Длинные видео. Я вообще не заставляю никого смотреть меня, это так, я архивирую свою жизнь на публику, так скажем. Вот, если вам не нравятся большие видео, просто не смотрите. Вот, я уже видела, что вам ответили на ваши комментарии, вот, просто не смотрите, если вам не заходит длинный формат, кошмар какой, вот. Или смотрите по чуть-чуть. Не знаю, что тут можно сделать. Я просто сделала так, как мне удобно. Я 3 дня ничего не выставляла. И поэтому вот все в одно склеила. Чтобы потом не выставлять по одному. Вот. И не путаться. Ибо сегодня уже другой день. Вот это видео будет вот так. Вообще я люблю записывать каждый день. Но сейчас не получается каждый день уделять время на склейку кусочков. Я все-таки стараюсь подготовиться к экзамену. Хотела повторить слова, но уже как-то лень, и уже сейчас время будет. Так стукнула пачка. Сейчас 37 минут. Ну, где-то минуток 10 еще дурака поваляю тогда. Просто посижу. Что-то реально какая-то усталость, вялость. Но температуры нет. У меня реально нет температуры. Фух. Такие пирожки. Еще один вопрос нашла. Сколько глав у нас на втором уровне? Всего глав 12. У нас как получается? Мы учим 6 глав, по ним пишем промежуточный экзамен, потом доучиваем остальные 6 глав, и уже у нас итоговый экзамен. Вот. Так что получается всего 12. Но их достаточно, поверьте. По крайней мере для меня. Уже закончились уроки. Я зашла в круглосутку, взяла курицу, немножко присела. Вот. У меня чуть-чуть болит живот. Нижняя часть тянет, просто не очень приятно. Сейчас дотопаю домой. Может быть, что-то приготовлю, а может просто эту курицу порежу. Скорее всего, так и будет. И добавлю салат, который я делала на днях. Поем салат и буду заниматься. Других планов нет. Да и какие тут планы, да? Как бы все успеть.
Уж сегодня 3 грамматики пришли, завтра еще будет 2. Капец. Я чуть-чуть поднялась наверх по ступенькам. Просто захотелось посмотреть сверху, как вот это выглядит. Место, которое я очень часто прохожу. Посмотрите, сколько колпаков для машин. Но самое завлекательное, это сколько крыш. Вот прям одна на другой. Офигеть. А когда внизу ходишь, этого вообще не видишь. И ощущение складывается, что это, ну, просто магазин. А за магазином вон целая жизнь. Я юбку купила за 3900. Приветики. Совсем все уже плохо. Сейчас вот этот вот салат я доем. Добавлю курицу. Яйцо и отрыла в холодильнике за соусами. У меня до сих пор соуса есть, которые мы с Димой брали. Острый соус. Еще один, прикиньте. А я думала, что у меня его уже нет. Я еще, знаете, несколько дней, когда хотела острый соус, такая думаю, блин, надо бы баночку купить. Блин, у меня его нету. Оказывается, есть у меня остался с каких-то, я не знаю, с пультака. Он у меня с пультака остался, с лапши. Намешаю. Немножко соуса добавлю. Собственно, это будет мой обед. Обед. Вот такую юбку я взяла. За 3900. Реально 3900. Она там где-то валялась в купе. Померю я ее только 15 мая. Давайте ее померим. Как раз я закончу снимать. Но не снимать, а именно мой продолжающий эксперимент. Вот. Размер 165/70 М-ка. Вот. Ну, надеюсь, я в нее влезу. Вот, пока что мы ее убираем. У меня есть юбка с собой, которую я привозила. Джинса. Но она мне немножко уже большевата, прикиньте. Хотя дома она на мне вообще не застегивалась. Так, что еще? Да, в принципе, все. Я вот извиняюсь, что так в попыхах все рассказываю, потому что времени вообще нету. Я пока ем, я буду есть, наверное, ну, минут 30. Почему 30? Потому что я как удав все заглатываю, и это неправильно. Надо немножко растягивать свою трапезу вкуснейшую. Хотя это вкусно, что я в кавычки показываю, это очень вкусно. И буду... Наверное, начну, я не знаю, либо со слов, либо с аудирования. Посмотрим. Вот, что-то одно из двух будет. Набрала себе воды. Здесь 750 миллилитров. Я почему говорю 750? Потому что у нас сейчас стоит новый чайник. Вот, другой как-то сломался. Я не помню, рассказывала или нет. И его заменили на новый. Вот, этот намного круче. Потому что там можно выставлять температуру. На том тоже можно было, но оно не так красиво выглядело. Ладно. И здесь еще можно выбирать объем. 120, 250, 450 и 500. Блин, так рассказываю, как будто кому-то это будет нужно. И сюда еще набрала воды. Вот, поэтому водой мы запаслись. Всем приятненького аппетита, кто кушает. Встретимся вечерочком. Я так подумала, приготовлю я сегодня, чтобы завтра на это не тратить время. Подготовка полным ходом. Я намыла черри маленькие. Кстати, сладенькие попались. Я думала, будут безвкусные. Нет, вкусненькие. Я помыла морковку, лук. Сейчас это все кубиком нарежу, буду жарить. А, хотите прикол? В нашей семье всегда лук режет Дима. Я ненавижу резать лук. Вот прям вообще ни в какую. Так, вот это все пожарю. Добавлю гречку. Гречка уже сварилась. И потом быстренько сделаю кекс. А пока я все это готовлю, у меня тут зеленый чай. И все. Я забыла вилку. Мне нужно очень-очень мелко, практически, ну, в пюре считается, превратить банан. Я взяла, нарезала очень-очень тоненько. Я сделала это ножом. Сейчас буду еще кромсать. Ой, смотрите, как у нас уже темно. А там вообще ничего не видно. Сначала хотела закинуть полностью помидорками целиком,
но потом такая подумала, надо разрезать. Почти готова. Без комментариев. Она у меня была, но уже поздно. Сейчас почти 9:30. Сделала я себе типа график, просто расчертила календарик на май месяц. Собственно, очень хочется экзамен хорошо сдать. Я сейчас буду склеивать кусочки, потом сегодня закреплю пройденную грамматику сегодняшнюю, а остальное я уже не успею. Знаете почему? Потому что после того, как я покушала, немножко позанималась и уснула. Уснула в одеяле, прям вот так вот сидя. И спала, да больше часа я спала. Я не знаю, как это работает. Видимо, наелась и пошло-поехало. Ладно, единственное, что меня радует, это выходные. Суббота, воскресенье, понедельник. Понедельник нам не надо на учебу. Какой-то праздник. Вот. Но я уже говорила это по 100 раз, конечно же. Ладно, сейчас буду склеивать кусочки. Я уже начала? Тогда, в обед. Я буквально до 5 минуты дошла. Ну так, быстренько просто перекинула файлы, потому что у меня опять телефон память потерял. Вот. Нужно будет чистить, но это уже буду делать после экзаменов. Собственно, ладненько. Всё, я потопала. Надо все быстро делать, чтобы все успеть. И так поздно лягу сегодня, 100%.